Всем привет! Сегодня небольшой комментарий по поводу низкого сезона и сезона дождей. Наболевшая у всех тема, никто не знает, ехать или нет. Это самый часто задаваемый вопрос в последнее время. Он повторяется каждый год, поэтому давайте разберемся. Для начала я хотела бы вас успокоить, что среднегодовая температура в Паттайе воздуха около 30 градусов и воды около 28 градусов по Цельсию. Итак, что с сезонами? Обычно их разделяют на два типа, но я бы все-таки по-тайски рассказала о трех. Итак, начнем с первого. С ноября по апрель – это самый лучший период пребывания отдыха в году, когда минимальное количество осадков, большое количество солнечных дней, огромное число приливов. Это тоже немаловажно, да, когда воды много, нам нравится купаться. И вода уже не зеленая, она не цветущая, а она чистая и прозрачная. С ноября по апрель это так называемый сухой период, который, ну, или зимний период, да, который является высоким сезоном для Таиланда, в том числе и Паттайи. С 13 по 19 апреля вся страна празднует тайский Новый год под названием Сонгкран, когда вся страна обливается, у всех выходные, все веселятся, отовсюду гремит музыка, поливается из шлангов вода, бочки со льдом, все друг друга обливают, все друг друга обсыпают цветной пудрой, мажут щечки любимой девушки глиной и так далее. Таким образом, в этот праздник происходит переход с сухого периода на жаркий. И вот здесь нужно уточнение. Во многих источниках, да, действительно, вы увидите всего два сезона. Сухой, про который я сейчас говорила, с ноября по апрель, и влажный, с апреля по ноябрь. Но на самом деле есть еще жаркий период, как бы третий сезон, который начинается как раз с конца апреля. Длится он по август. Это самый жаркий, считается, период в году, и с мая, точнее с августа, начинают уже очень сильно идти дожди. С мая они уже начинают потихонечку идти. В каком темпе, ритме? Это где-то два дождика в неделю, буквально по 5 минут. Ну и с августа по 1 ноября начинается мокрый период или влажный сезон, когда дождики случаются несколько раз за день, например, 2 или 3, бывает и не одного, по 10-15 минут, после которого тоже тучки развеиваются, выглядывает солнышко, чирикают птички и так далее. 1 ноября по 7 ноября дует ветер, муссонный ветер, который называется Паттайя. В честь этого и назвали, в честь этого ветра город Паттайя, в котором вы любите пребывать. И разгоняет тучки, уходит мокрый период и наступает сухой сезон, самый лучший сезон для посещения. Итак, хотелось бы подытожить вкратце. С ноября по апрель, скорее всего, вы ни разу дождя так и не увидите. С апреля по август, возможно, вы увидите иногда пасмурное небо, и, возможно, вы попадете один или два раза в дождь на 10 минут. А вот с августа по ноябрь, возможно, вы попадете один или два раза в день в дождь на 10-15 минут. Вот такой вот низкий сезон, так что приезжайте, не волнуйтесь. Ну, а на этом мы с вами давайте закончим. Я сейчас делаю обзор отеля Центара Гранд Мираж, в следующем выпуске он будет. Подпишитесь, чтобы не пропустить обязательно. Итак, мы с вами убедились, что низкий сезон или сезон дождей, он совсем не опасен, поэтому приезжайте, не утонете, не уплывете и даже сгорите. Всем пока-пока, до новых встреч!